Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется белая полоса. Хватайтесь за этот шанс. Гороскоп 2022 расскажет о знаках зодиака, у которых совсем скоро начнется белая полоса в жизни. Это будет связано с приятными изменениями в финансах, карьере или же любви. Свернуть на этот путь удачи представители зодиакальных созвездий смогут с 20 по 26 июня. Кто эти везунчики? Читайте ниже в нашем материале Лайт. Телец, астрологи говорят, что вам придется напряженно поработать на этой неделе, однако результат порадует вас. Вам удастся решить все спорные вопросы, нейтрализовать конфликты и перевести противостояние в конструктивное русло. Вероятны новые предложения о сотрудничестве, а также встречи с амбициозными конкурентами, но вы справитесь. Хорошенько отдохните в конце недели. Чтобы восстановиться. Дева вас ждет хороший период для работы, требующий точности, соблюдения строгих норм и правил. В течение недели вы сможете сделать рывок в профессиональной сфере. Если будете спокойно и ответственно выполнять свои обязательства, возможно дополнительная нагрузка, но будьте уверены, ваши старания по достоинству оценят. Стрелец. Стрельца ждет время расцвета, популярности, новых возможностей. Ваш круг общения увеличится. Вы получите новый полезный опыт, расширите мировоззрение. В то же время учитывайте, что за вами наблюдают разные люди. В том числе ваши враги и конкуренты. Поэтому не ведитесь на провокации, правда за вами. Ранее мы писали, у кого из знаков Зодиака скоро начнется время перемен, также астрологи назвали худших любовников по знаку Зодиака.